Новое интерактивное приложение предлагают гражданам судебные приставы. На сайте управления каждый желающий может пройти эту игру «Попробуй себя в роли пристава». Как и в большинстве игр, здесь есть несколько уровней – испытания на время. Это позволяет игроку почувствовать реальный темп работы пристава-исполнителя. Приложение полезно для соискателей. Можно примерить на себя повседневные обязанности этой профессии – возбуждение исполнительных производств, арест имущества, розыск должников. Кроме того, игра позволяет выйти на другое приложение – банк данных исполнительных производств. В данной программе содержатся сведения о тех должниках, которые находятся у нас на исполнении. То есть любой желающий, обратившись к этому сервису, может проверить себя на наличие различного вида задолженности.